панельные девятиэтажки, которые наверняка видели многие. Очень распространенная серия домов. И хотя наибольшее количество домов этой серии построено в Москве, Москва не единственный, далеко не единственный город, где они строились. Совокупно домов таких довольно много. Для начала, как обычно, чем отличаются эти дома? Именно эта серия дома. Ну, если мы хотим опознать дом на местности, если его увидели, проходя мимо, или выбираем в нем квартиру. И вот с опознанием прямо сразу начинается все сложно. Потому что дом этот строился с 60-х по 80-е годы, и, соответственно, за 20 лет проект видоизменялся. Причем, что самое обидное для жильцов, видоизменялся он исключительно снаружи. Внутри все планировки оставались практически идентичными. Чуть-чуть добавлялись вариации. Итак, внешне. Самые первые дома серии выглядели вот так. Серенькие, невзрачненькие. Вообще, серенькие — это не совсем правильно. Если присмотреться поближе, они такие бежевенькие. Но от этого не менее страшненькие. Потому что теоретически, вот вроде бы плиточка, даже такая мелкая, должна быть более прочной отделкой. Но по факту есть что есть. Получается иногда откровенный вот такой фильм ужасов. Половина обвалилась, половину закрасили, закрасили темным цветом, лучше бы вообще ничего не трогали, наверное. И вот таких полуобвалившихся домов осталось довольно много. Ну вот когда дома серии P49 только построили, они очень даже хорошо смотрелись. И именно вот из-за этой плитки как раз. Потому что панели были не крашеные, не цвета бетона серо-непонятного, а плиточкой. Это необычно, особенно вблизи, когда совсем рядом с домом стоишь. А вот такими дома стали уже со временем, то есть прошло практически полвека. В общем, самые древние, самые первые дома серии вот такие. И по ним же сразу можно понять, что они самые древние. Дальше дома этой серии стали более разнообразными. Получилось вот такое огромное количество вариантов отделки. И это все опять же плитка. Но плитка уже не вот такая мелкая, непонятная, а крупная, красивая. Сейчас на кухнях часто такое вообще делают. А тогда это было нововведение. На панельных домах таких плиток не было. Это первая такая серия. И причем здесь не просто скомпонованы два цвета, например, белый и желтый, а он совершенно по-разному скомпонован. Или белый с розовым, тоже совершенно по-разному скомпонован белый и розовый цвета. Где-то больше белого, где-то меньше белого. Есть совсем необычные цвета или даже вообще вот так. В общем, первое, почему очень легко опознается дом, это отделка плиткой. Домов тех серий, отделанных плиткой, очень мало, а отделанных вот такой прямоугольной вытянутой плиткой вообще нет. Более поздние дома только такие. Следующая характеристика, по которой мы опознаем дом, это его форма. Ровный прямоугольник. Ни выпуклые части, ни всякие неровности фасада, вот этого всего нет. Просто прямой прямоугольный фасад дома. Да, многих смущает, что дом бывает многоподъездный, и многоподъездный он бывает довольно часто. И в зависимости от того, какая местность, где дом строился, он может гнуться под прямым углом или не под прямым углом. Но это именно что прямоугольники без выпуклостей, которые просто соединены между собой по-разному. Простыми ровными прямоугольниками дома от этого быть не перестают. Следующая обязательная особенность дома – это вот такие лоджии по две.
есть один буквально дом-исключение с четырьмя лоджиями в Москве на теплом стане, но он именно что исключение. В остальных домах лоджии по две. При этом есть отдельные дома, в которых одна сторона вообще без лоджии, вот такая длинная пустая стена окон. Это, естественно, самые первые дома серии в основном, но даже в них с другой стороны лоджии по две будут обязательно. Опять же, эти сдвоенные лоджии могут быть совсем утопленные, как в самых старых домах серии, могут вот так выступать, как в более новых домах серии, но видно, что это ровно та же самая лоджия, что и здесь, просто чуть более выступающие. Все же для людей, чтобы побольше было. И все равно это лоджии, и они по две на длинном фасаде хотя бы с одной стороны дома. И еще один обязательный признак – по две лоджии на торцах. Итак, опознаем по плиточке в отделке, прямому, без всяких выпуклостей, силуэту дома и по двойным лоджиям с торцов и хотя бы на одной стороне дома. Ну и чтобы было сложнее дом опознать, у него есть исключения. То есть дома, в которых какое-то из этих правил отсутствует. Например, вот тут строили и хотели продолжить дом, но передумали. Дом продолжать не стали, а панели-то это не торцевые, это как бы внутренние стены дома. И дом в итоге остался без лоджий. Но это опять же буквально такое один-единственное исключение, если говорить про Москву. В регионах еще бывают такие исключения, почаще, но это именно что исключение. И вот эта красота тоже исключение. Тут тоже строили-строили, но передумали, а потом снова передумали. И поэтому пристроили вот такое городилово в виде балконов на столбиках. Или, как, например, вот тут, подпорки для балконов, которые вообще-то должны были быть лоджиями с несущими стенами до земли. Но вот это вот все – это исключение. И вот это вот все – это исключение. А вот это правило – на торцах по две лоджии без выкрутасов. И есть еще один важный момент в плане опознания дома. Появился он в последние годы, потому что вот то, что мы говорили, это были дома, так сказать, в своем естественном виде, когда их можно было еще и по плиточке хорошо опознать. А все вот остальные дома тех же лет теперь крашеные. То есть дома утеплили, сверху покрасили, заштукатурили, и теперь уже по этой мелкой плиточке в отделке их не опознаешь. Каких цветов их теперь только не бывает. Причем бывает даже вообще вентилируемый фасад. Ну а уж краску-то можно в принципе любую брать. Могут быть любые оттенки, любые вариации, любые сочетания цветов. Более яркие, более спокойные цвета. Покрасили и сами дома, и подъезды. Вот дом в старой плиточке, вот дом уже отремонтированный. Но несмотря на изменение внешнего цвета и, скажем так, пропадание плитки, мы помним про остальные признаки, которые никуда от отделки и покраски не делись. По ним дом все так же прекрасно опознается. Дальше будет чуть сложнее. Потому что не во всех населенных пунктах было столько жителей, что нужны были аж 9-этажки. И поэтому кое-где домики есть менее этажные. При этом они такие же, как и предыдущие. Вместо лифта тут просто подсобное помещение или чаще кладовка для жителей. Но это тоже местное небольшое количество исключений. И это была сложность про малоэтажность. А есть еще одна сложность про модификацию дома. Их две основных. Самое главное, скажем так, пользовательское отличие – это буквы в модификации «П» или «Д». «Д» – это дом с вот таким чердаком, маленьким, очень маленьким, ну, можно даже сказать, вообще без чердака.
а П, соответственно, с нормальным чердаком. Для пользователя это, естественно, важно, если он живет на последнем этаже. Чем больше высота чердака, тем меньше нагревается крыша, ну и вообще меньше проблем. И, кстати, про наименование серии дома, оно ведь даже произносится по-разному, потому что вообще-то пишется вот так, то есть это как бы 2.49. Но удобнее произносить не 2.49, а P49. 2 это в названии серии обозначает тип несущих стен, то есть поперечные. Есть одна продольная и остальные поперечные. Но так как произносить 2 это как-то не всегда удобно, или вообще произносить 1.1.49, то само название как-то трансформировалось в P49. И да, еще есть вот такая 12-этажная модификация, но про нее лучше отдельное будет видео у нас, потому что она хоть и очень похожа, но в ней есть некоторые важные различия. Поэтому здесь только о 9-этажных модификациях. Итак, с внешним видом разобрались. Теперь основные плюсы и минусы дома. Начнем с минусов. Самый главный, конечно же, это мелкие квартиры. Вот такого метража. Трехкомнатная меньше 50 метров. И еще и с одной проходной комнатой. Следующий минус – это тонкие стены. Все стены в доме по 14 сантиметров панельных. Это не много, это пропускает звук. А в стене на кухне вот тут еще идут вентиляционные шахты. Вот прямо в стене. Потому что конструктив такой. На первом этаже их мало, на девятом их очень много, и все становится очень сложно. Это к вопросу о слышимости соседей. Люди туда ведь еще и шкафчики вешают. Это добавляет слышимости от соседних квартир. Маленькие кухни. Они прямо очень маленькие. Совсем маленькие. И причем они все одинаковые. Хоть это однокомнатная квартира, хоть четырехкомнатная квартира, кухня будет все равно 6 метров. Вот тут хорошо видно, сколько шкафов помещается по вот этой стене кухни. Да, на противоположной стене мы видим аж диванчик рядом со столом и даже два стула влезли. Но, например, посудомойку куда? А вот тут люди взяли пошире шкафчики и уже не впритык к стене, и вообще у них только 3 объекта мебели влезло. Стиральная машина уже по другой стене, а холодильника вообще нет на кухне. На этом примере мы видим, что все решаемо, но здесь потребовалась явно мебель на заказ. И опять же, холодильник впихнули и красиво, и замечательно, но ни стиральной машины, ни посудомоечной. Хотя есть вероятность, что вот это снизу посудомойка, или это микроволновка маленькая. Потому что микроволновку тут тоже уже некуда. А вот тут так стильно, и все почти вошло, и холодильник, и микроволновка с посудомойкой. Правда, столик совсем небольшой, но тут опять же вопрос количества жителей. В общем, с кухней здесь всегда будет именно что тетрис. Причем в квартире любой комнатности. Если это трехкомнатная квартира, в которой живет семья из нескольких человек, которые, в принципе, в несколько заходов только будут есть на кухне, принося еду из холодильника в прихожей. Следующий минус – санузлы. Тоже очень мелкие, просто очень мелкие. Тут по изначальной планировке, в принципе, невозможно стиральную машину поставить. Как бы ее можно сделать здесь, но тогда здесь будет или раковина, или стиральная машинка. Да, можно совместить и каждый раз умываясь, стараться не залить всю эту стиральную машинку, потому что вспомните, как вода разлетается. Есть еще вариант, более сложный, но тем не менее, вот так развернуть ванну. И тогда здесь, кроме нее, влезет 2 объекта. Да, ванна станет меньше, по сути, как душевая кабинка без стенок будет. Но тогда помещаются и стиралка, и раковина. Правда, не очень помещается крупных габаритов хозяин квартиры, но вот так. Вообще, если стиральную машинку сделать вертикальную, то даже для жильцов место останется. В подавляющем большинстве домов нет балконов и лоджий в 1- и 2-комнатных квартирах, а иногда и в 3-комнатных квартирах линейной планировки. Тесные подъезды. Очень тесные подъезды, несмотря на то, что их ремонтируют, реставрируют, делают красивые цвета, делают красивые лифты, плиточку, стены, все это замечательно, но подъезды размера от этого не меняют. Они маленькие, тесные, в них ничего не помещается. Консьержа тут тоже никак не получится посадить.
Лифты такие же тесные, как и подъезды и вообще квартиры. Маленькие, буквально на двоих. Велосипед, наверное, только вертикально поместится. И да, на 9 этажей лифт один. Мусоропровод. Для многих это минус. Потому что, ну скажем так, его не всегда чистят, и он бывает воняет на весь подъезд, даже задувая в квартиру. Еще один минус. Квартиры очень близко к лифту. Ты выходишь, и сразу вот они квартиры. Многие ставят сюда входную дверь, которая отделяет от лифта хотя бы две своих квартиры. И получается вот такой закуток. Ну и да, в некоторых домах, в крайних подъездах расположена электрощитовая. Это не самое полезное соседство через стенку для квартиры, которая на первом этаже. Ну и, кстати, об электрике и сантехнике. И вообще о коммуникациях. Коммуникации все старые. Если капремонта не было, все очень сложно. Наружные панели. С ними все сложно тоже. И именно поэтому дома активно утепляют, ну и да, потом красят, чтобы мы их по плиточке опознать не смогли. То есть, соответственно, дом после утепления будет, естественно, теплее. Вот эти огромные швы будут загерметизированы. А вот если капремонта с герметизацией швов не было, тогда этим точно придется заниматься самому силами промышленных альпинистов. Это возможно, это реально, но просто к этому надо быть морально готовым. Ну и да, практически все стены во всех квартирах несущие. Тонкие панельные несущие стены. И хотя люди даже в них умудряются делать проемы и довольно часто делать, ну это как бы так себе идея. В общем, с перепланировками здесь все очень сложно. Это были минусы серии дома P49. А перед тем, как перейти к плюсам, хочу поблагодарить тех, кто уже поддерживает канал. Благодаря вашей поддержке могут выходить новые ролики. Если у вас есть возможность и желание, присоединяйтесь. А поддержать канал можно по ссылке в описании к каждому видео. А теперь к плюсам серии P49, которых у серии довольно много. Самый главный плюс, который для многих перевешивает кучу минусов, это цена. Можно выбрать район, в котором хочется жить, ближе к центру, например, и купить в нем небольшую квартиру. То есть самое главное все-таки цена. Ну да, из-за размеров потребуется меньше денег на ремонт, и панельный конструктив требует сам по себе намного меньше затрат на всякие выравнивания стен и пола в сравнении, например, с тем же монолитом, но это опять же в цену. Следующий плюс – это внешний вид дома. Те дома, что изначально были в разноцветной плиточке, ну они в принципе и были сами по себе приятные, особенно на фоне остальных панелек того времени. А уж после капремонта так вообще какое разнообразие, как новостройка становится. В общем, визуально дом сейчас очень даже, а из-за этого утепления тем более. Ну опять же теплый. Следующий плюс в том, что на фоне современных 20, 30, 40 этажных новостроек P49 уже как-то даже нормально воспринимается со своими 9 этажами. А если учесть еще то, что это дома все старые, построены они давно, то вокруг них уже наросло очень много зелени. Они буквально утопают в деревьях в абсолютном большинстве случаев. Квартир в подъезде тоже немного, особенно опять же в сравнении с современным многоэтажным новостроем. Планировок много. Да, комнатки маленькие, кухня еще меньше, санузел вообще, но вариантов планировок довольно много. О конкретных планировках попозже поговорим. Не то чтобы плюс конструктива, но подъезды после капремонта выглядят очень прилично. Вообще как в новостройках. Оно вон и внешне как новостройка, и внутри как новостройка. Ну хотя бы визуально все будет красиво. Лоджии в 3- и 4-комнатных квартирах практически всегда, за исключением одной линейной планировки. А в некоторых домах в трешках по 2 лоджии. В этих же домах и в 2-комнатных будет лоджия, но это реже. Но тем не менее, такие дома тоже есть. Причем такой дом можно определить, не заходя внутрь, у него вот эти двойные лоджии, по которым мы его опознавали, будут с обеих сторон дома. Вернее, даже со всех 4. А еще бывает вот такая планировка. Для тех времен это просто огромная квартира с 2 лоджиями. Они обе ни с кем не граничат, а граничат друг с другом. То есть соседей вообще нет. И в комнатах с лоджиями по 2 окна. И более того, эта квартира выходит на 3 стороны дома. Такое бывает далеко не в каждом доме. Помним про кучу модификаций. Но в некоторых домах бывает, и это очень такой приятный вариант. Ну и еще в поворотных секциях бывают необычные, интересные планировки. Я
Если мы посмотрим на общую схему дома, мы увидим, что планировок как таковых немного. Это одна однокомнатная квартира, одна двухкомнатная квартира, две трехкомнатные и одна четырехкомнатная. Все. Подавляющее большинство домов этой серии содержат только и исключительно вот эти планировки. Поэтому посмотрим сначала на них, и они у нас будут обозначены как основные, а остальные уже будут как дополнительные. Итак, основная планировка однокомнатных квартир. Как видим, маленький метраж. В самых первых вариациях, модификациях серии санузел был объединенный, в более поздних модификациях санузел раздельный. Вот, в принципе, вся разница. Балкона нет. Комната, ну, в общем-то, обычного стандартного размера. Из удобных вещей в комнате за дверью размещается спокойно очень большой шкаф. Для однокомнатной это актуально. В прихожей очень удобно, что сразу на входе есть вот такая выемка рядом с входной дверью, куда можно поставить шкаф. И причем шкаф довольно приличного размера. Вот разные варианты шкафов, и хорошо видно глубину этого шкафа, стандартную. Все необычные оставшиеся планировки однокомнатных квартир – это первый этаж. Вообще, практически все необычные планировки квартир в этой серии на первом этаже, потому что часть одной из квартир забирает на себя вход в подъезд. Самая стандартная в подавляющем большинстве домов существующая двухкомнатная квартира – вот такая. Линейной планировки без балкона, с вот таким вырезанным местом, либо оно для лифта, либо для части коридора. Но все-таки в прихожей при этом можно встроить очень приличный шкаф, причем их можно поставить два, тут для двоих места есть. Ну и даже один будет, ну, в общем-то, нормальный. При этом бывают варианты вот этой квартиры, когда вот этой вырезанности нет. Вход чуть в стороне, это со всех сторон удобнее и опять же больше места. Ну и еще один вариант этой же самой планировки квартиры, это когда все то же самое, но плюс лоджия. То есть большая комната чуть меньше за счет лоджии. Ну вот, собственно, из плюсов большой комнаты, она вот такая большая, и за дверью можно очень хорошо поставить просто огромный шкаф во всю стену. То есть дверь чуть смещена от стены. Ну и самый неудачный вариант этой же самой планировки двухкомнатной квартиры, когда вход вот здесь, не здесь, а здесь. То есть, как видите, проход будет на кухню и из кухни куда угодно, по преддверному коврику, и растаскиваться это все будет по всей квартире. Но таких вариантов меньше. Основное количество планировок это вот эти, либо с лоджией, либо без. То есть со входом, расположенным по длинной стене. Есть еще в очень небольшом количестве квартир вот такая странная с вытянутым коридором. Удачно расположенный вход, но меньшего размера комнаты. И самая интересная, естественно, двухкомнатная квартира, это опять же на первом этаже. В этой квартире тоже очень удачно расположен вход. Не надо таскать все с преддверного коврика по всей квартире. Она, как видно, в целом большего метража. В ней изначально есть место под кладовку. И комнаты у нее раздельные. Ну и в целом такая наиболее, наверное, современная планировка из двухкомнатных. Трехкомнатные квартиры. А вот тут вообще все сложно. Вот эта самая махонькая 49-метровая трехкомнатная квартира, опять же, вот с этим ужасным входом, мимо которого ходить туда-сюда. Очень маленькими комнатками. То есть, по сути, просто вот эту комнату одну разделили на две, и получилась трешка. И вот эта вторая, самая часто встречающаяся трехкомнатная квартира, она есть в каждом доме, с одной проходной комнатой. С вот этим ужасно расположенным входом. Вот с такой маленькой-маленькой 10-метровой комнаткой. И да, в некоторых домах, если эта квартира расположена в торце, то у нее есть две огромные лоджии. Это как раз тот самый вариант, когда в двух комнатах по два окна. Это окно обычное и окно с выходом на лоджию. Это, наверное, одна из самых удачных, в принципе, планировок в этой серии. Бывает еще вот такая трехкомнатная линейная планировки. Опять же, она может быть с лоджией или без. По сути, это та же двухкомнатная, к которой плюс одна лишняя комната. И дальше уже квартиры, которые
расположены в поворотных секциях или рядом с поворотными секциями. Например, вот такая трешка, у которой одна комната, ну, просто потрясающей формы. Причем рядом с входом в эту комнату окно, что очень непривычно. Ну, в общем-то, даже для современных новостроек это непривычно, а уж для квартир тех времен тем более. И есть вот такая ниша, потому что комнате старались придать все-таки прямоугольную форму, более привычную, и поэтому получилась вот такая ниша и дополнительный балкон, на котором тоже можно сделать место для хранения. Есть еще вот такая трехкомнатная, тоже с поворотом, уже с более сложной геометрией. Здесь все зависит от того, какого вида соединение двух домов применялось. То есть в разных из них будет разный вариант компоновки вот этих трехкомнатных квартир. В поворотной секции может быть не обязательно трешка с двумя балконами, может быть с одним маленьким балкончиком. Это были трехкомнатные квартиры. С четырехкомнатными проще, она одна. У нее такие же маленькие, сделанные из одной комнаты две комнаты. Вот эти дальние за проходные. То есть есть одна большая проходная комната, из которой идут две уже вот эти маленькие, вот так. В маленькой в одной просто окно, в другой балкон. Ну то есть это по сути трехкомнатная квартира с одной большой проходной, ну наверное, гостиной. Как правило, между этими двумя дверями телевизор у людей стоит. Потому что это, ну наверное, единственный самый комфортный вариант, когда напротив будет диван. Потому что что еще можно поставить по стене комнаты, в которой две двери, учитывая, что еще есть третья дверь для захода в эту комнату. В общем, такая своеобразная планировка, но при этом четырехкомнатная квартира. В общем, вот такой дом. А про другие дома, кстати, у нас есть телеграм-канал, на который вы можете заходить, подписываться, ссылка будет в описании. Информация там вообще не дублируется и публикуется раз в 100 чаще, чем на канале. Поэтому заходите туда тоже обязательно, там интересно. А еще у нас есть мобильное приложение бесплатное, в котором вы можете посмотреть все и об этой серии, и о многих других сериях, и более того, о необычных домах Москвы, высотках, доме на набережной. Приложение дополняет как раз видео на канале. Ну и до новых встреч в следующих видео на канале «Про вокруг».